Привет! Я покажу, где найти костюм краб и улучшение реактивного ранца костюма краб. Находясь рядом со спасательной капсулой, выстави компас между югом и юго-западом. Преодолей почти 800 метров и остановись возле расщелины по таким координатам. Погружайся в нее и найди вход. Двигайся, как показано на видео, и найдешь первый фрагмент костюма краб по этим координатам. Проплыви немного дальше и найдешь еще два фрагмента костюма краб. Координаты внизу экрана. Отсканируй их, чтобы чертеж оказался в КПК, а недалеко найдешь улучшение реактивного ранца костюма краб. Теперь ты можешь построить костюм краб, вставить улучшение реактивного ранца в слот костюма и отправиться в путешествие на глубину. Удачи в поисках!